Она еще совсем глупышка, но не назвать ее пустышкой. Ее молодость как вспышка, пролетает быстро слишком. А ей всего лишь 17, она думает, ей можно все. Этой девочке 17, она думает, ей можно раздвигать ноги в прихожей, юзать снег, но осторожно. Она думает, ей можно курить ставщик у знакомых, не бывать ночами дома. Она думает, ей можно. Этой девочке 17, ее никто не понимает. Она выложила фото в старых венцах, худи, трэш, рек лицо. Она не хочет в институт, ей это точно ни к чему, ни к чему. Она хочет жить в Милане, одеваться в модном доме, купить туфельки Бриони, Фенди, Луи, Дольче и Габбана. Кучу лайков в инстаграме, она хочет, чтобы все они узнали. Этой девочке 17, она думает, ей можно раздвигать ноги в прихожей, юзать снег, но осторожно. Она думает, ей можно курить ставчик у знакомых, не бывать ночами дома. Она думает, ей можно. Она еще совсем глупышка, но не назвать ее пустышкой. Ее молодость как вспышка, пролетает быстро слишком. А ей всего лишь 17, она думает, ей можно все. Мечтала быть на глянцевых журналах, но в жизни так бывает, что все к черту не по плану. Она часто вспоминает, как хотела жить в Милане, про туфельки Бриони, но купила лишь из Зары. Ее профиль в инстаграме вызывал лишь только зависть. У тех девочек, чьи парни изменялись с ней ночами, она плачет вечерами, ведь рисунки под плечами принесут воспоминания о всех ее желаниях. Этой девочке уже 35. И опять, этой девочке уже 35. И опять она будет вспоминать. Этой девочке 17, она думает, ей можно раздвигать ноги в прихожей, юзать снег, но осторожно. Она думает, ей можно курить ставчик у знакомых, не бывать ночами дома. Она думает, ей можно. Она еще совсем глупышка, но не назвать ее пустышкой. Ее молодость как вспышка, пролетает быстро слишком. А ей всего лишь 17, она думает, ей можно.